Начну, пожалуй, с самых интересных новостей науки в мире. Ученые из швейцарской высшей технической школы Цюриха предложили способ хранения данных на ДНК в течение миллионов лет. Всего 1 грамма ДНК хватит для записи колоссального объема информации в 455 эксабайт. При этом, как носитель, она невероятно надежна. ДНК успешно извлекли и расшифровали из костей лошади возрастом около 700 тысяч лет. Правда, для сохранности биологического носителя информации необходимы некоторые специфические условия. А в России зонтики для предотвращения инсульта представили российские ученые. Устройство представляет собой зонтик из никелида титана, который при холодной температуре сжимается, а в человеческом организме, нагревшись, раскрывается. Доклинические исследования зонтичного устройства для закрытия ушка левого предсердия, которое при заболеваниях сердца становится источником тромбов, способных мигрировать и тем самым вызывать инсульт у человека, выполнено в Томском НИИ кардиологии. И в заключении, в Татарстане 28 февраля в Казанском федеральном университете состоится подведение итогов международного конкурса исследовательских и творческих работ младших школьников «Открытие». Всего на конкурс представлено более 500 работ младших школьников из Российской Федерации, Турции, Израиля, Казахстана, Узбекистана, Туркмении и Азербайджана. Сейчас они проходят экспертную оценку. Торжественная церемония награждения победителей конкурса пройдет 1 марта в 11:00 в Униксе. А на этом все.